А теперь мы отправляемся дальше, ребята, по основным и второстепенным квестам после возвращения долгов. Все долги я простил, потому что были ситуации настолько жизненные, что по-другому я поступить не мог. Ну что, у нас есть два дополнительных квеста. Нужно подойти к Леопольду Штраусу и рассказать, что мы разобрались со всеми долгами мирным способом, без запугивания, как там сказала миссис Ландерберри намного раньше. Итак, садимся, отправляемся дальше. А где мой конь? Куда он скакал-то? Все хорошо. Окей, бой. Поскакали. Так, где же здесь? Но в доме, что ли? Что вообще-то никого нет. Угу. Походу это засада, наверное. А, нет. Уходите, сэр, уходите. Это не потому, что нам все равно. Вовсе нет, а потому, что нам не все равно. Про что ты говоришь вообще? Сэр, демоны схватили нас за горло. Это все тьма. Тьма, она повсюду. Он был прав. О чем ты говоришь, я не пойму. Они приходят. Приходят во тьме. Пожалуйста, помогите. Они идут. Да что случилось? Там все орет, блядь. Что там за хуйня? Ну-ка. Открывай. Не преследуют свиней. Мэм, вы в безопасности, посмотрите, если там еще кто-нибудь из них. Спасибо. Черт, они там. Сука. Как-то ты стал так неправильно. Можно было тебя убить. Где кто? Где? Вон там. Ладно, я разберусь. А чё он не стреляет-то, ёб твою мать? Перестал стрелять. Чё за... А, понятно. Я вообще подумал, что надо его убивать. Послай его бога, да? Я думал, что мне конец. Вы оба назад деревья прижмите этих собак. Все нормально, ребят. Это не демон, это бешеные собаки просто. Ничего хорошего. Идите все домой. Не-не-не, он сказал, что яйца в разных обличьях. И он сказал, что на помощь придет в трех разных обличьях. Про что вообще базарите, а? Про бешеных собак? Водобоязнь, может, еще какая-то зараза. Он сказал, что мы должны ему верить. Должны уверить, видите своих людей домой, мистер. А теперь возьмите ружье, убейте всех больных зверей, которых увидите, а? И жизнь наладится. Тьма пришла за нами. Я уже читать-то устал. Он был прав. Кто был прав? Я.
Чё за... Ты кто такой? А, Руган. Я спасу. Чё за Лю Кэнг это? Или Шансунг? А ты кто? Четвероногих демонов больше не будет. Проклятие изменится. Проклятие изменилось. Какое, блядь, проклятие, а? Бедные люди, я спасу вас. Я только что их сам спас, и никакого проклятия тут не было. Только бешеные собаки. Лес наполнен черной магией. Да, я же говорил. Это да, он говорил, это да, он говорил мне. Я нашел. Что это такое? Не трогайте. Он нашел проклятие. В лесу их полно. Пока они здесь, здесь и проклятие. Да. Но кроме того, в лесу полно демонов. Я найду способ. Лгал ли я вам? Никогда не лгал нам. Точно. Ну же, Обадия. Накормите меня. Значит, вы говорите, если кто-то уничтожит Обиеги, значит, вы говорите, в лесу полно демонов, а демоны защищают Обереги. А Обереги защищают демонов. Да, это невозможно. А я вижу, что это невозможно. Никаких тут демонов нет. И не тревожьте лес. Я же говорил, что он придет. И он поможет. И он солжет. Вы сказали это. Что за... Какие-то все неадекваты, странные прям. Так, теперь давайте мы отправляемся вот сюда вот. Угу. Что, он меня не слышит, мой конь, да? Да. Без коня, конечно, плоховато будет. Ну куда он только убежал-то, я не пойму. А почему он вообще там, лошадь моя? Как она там оказалась-то? Как-то странно. Скажи-ка мне, пожалуйста, а что ты здесь делаешь, а? Okay, да. Ну давай, поехали. Уничтожьте проклятые амулеты. Хотя они проклятые, правильно, ну да ладно. Вот тебе радости, да? Сколько? 13.
Да. Сейчас какая-нибудь собака еще выбежит, да? Или нет? Так, если мы здесь, то здесь, наверное, где-то, я думаю, с другого края будет по-любому. Это кто такой? Барсук, что ли? Что-то здесь ничего не слышно. Восемь, да? Десять, да? Мон 11, 12 есть. Один остался. Вот и все. Ну да, платиновые барсуки, значит. Что ты? Так, давайте вернемся, скажем, что мы закончили и решили данный вопрос. Потом съездим к нашему, так сказать, должнику основному, который, в принципе, выписывает все долги. Не задавить.
Ну что ты, давай, ну. Так, ладно, пешком дальше дойдем. Ну что, мистер Шаман, кто это? Да это я, Артур Морган. Вы меня помните? Я могу вам с теми собаками, да? Я тут разбирался с вашим проклятием. Добро пожаловать, брат. Это дурной знак. Там обереги, те в лесу. Они все сломаны. Все. Стало быть, пришел конец вашим страданиям. Это чудо, мы спасены. Ибо рассеялась, не спасены. Прокляты. Мы прокляты, он разбил обереги. Духи вырвались на свободу. Значит, мы обречены? Погоди. Тут ты рассказал, обереги защищают проклятие, да? Я сказал, это было дурное знамение. Я сказал, у него язык демона. Меня нужно просветить на этот счет. Я не знаю, что и думать. Эй, посмотри на меня. Сдается мне, в этом ущелье что-то происходит. И дело тут не в проклятии. Ибо что там на самом деле не было, этот тип не хочет, чтобы вы узнали правду. Лжец. Я предупреждал, что он будет лгать и лукавить. А, тут что-то не так. Этот мал не стал бы так корчиться, если бы не догадался, в чем дело. Я наделен даром. Мои предки, у меня тоже есть дар. Могу и поебальнику дать, понял? Сейчас я обращусь к духам. Давай, обращайся. Дурные знамения. Темные духи. Что он скрывает? Он всегда говорил правду. Тут есть шахта. С другой стороны того холма. Ну там она была, то есть сейчас она закрыта. Он всегда говорит, что мы туда бы не хотели. Может, я сам схожу, посмотрю. Вдруг найду что-нибудь интересное. Ладно, ладно. Смотрите шахту. Такое ощущение, что этот чувак что-то знает. Ни хрена себе, где шахта. То к нам по пути, считай, да? Что-то не то здесь. Не стал бы он так трястись бы за нее. Что-то не то. Сейчас посмотрим, что там такого интересного в этой шахте, что этот хмырь не пускает туда. Что-то не то. Может, он чем-то там занимается интересным таким, незаконным, да? А мы не в курсах. Нус. И где тут вход, интересно мне знать. Угу. Блин, а вот опять вот... Ой.
Ну давай, 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 давай. Непонятно. Что у меня здоровье опять похудело. Блин, надо еду что-то найти. Динамит надо. Вот это шахта, да? Да ладно. Потянуть. Ну, я бы проще бы доску бы вообще бы, ну, доску бы просто расстрелял бы с дробовика бы, да и все бы. Чем вот это заморачиваться. Поищите в шахте что-нибудь связанное с проклятием. Давай поищем. Очень сильно интересно. Музычка еще такая. Соответствующая, да? Кор. Не, ну здесь, наверное, ничего нет. Ну да, тут ничего нет. Ну этот дурак здесь вряд ли, наверное, сидит. Хотя бы он, наверное, там пролез бы, я думаю. Да, ничего тут по бокам нету. Да. Что-то не то. Да уж, проклятие. Кто здесь? Я тебя вижу. Игра окончена. Это в шахте какой-то яд, да? Ты сука, а. Надо валить отсюда быстрее. Чё-то бы тебя побрал, да? Я сваливаю. Вон, трудно дышать и загадать. Эти русло источник уберите из пещеры, пока вы не задохнулись. Ну так беги давай. И куда этот ручей ведет? Явно не сюда. Так, и что? Черт. Нет, нет, нет. Далеко вот убежать. Ёб твою мать.
Так можно и копыта переломать. Свет, 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 свет. Отлично. Летучая мышь. И где? Ой! Эй, прочь, прочь, хотя отсюда, здесь опасно. Ну и что, мы так и будем стоять? Лошадь подогнали сразу, да? Что-то как-то все непонятно, если честно. Интересно, не он ли эту шахту взорвал? Я сказал, что спасу вас, да. Я сказал, что выведу вас из темноты. Да, покажи нам свет. Я это сделаю. Я это сделал, но сначала вы должны поставить все подписи на этой бумаге. Это мощная магия. Он щит вас в пути. Все освобождают от ответственности. Гарантирую еще убытков в вашей указанной иранской пуплины. Прекратите читать. Вы не говорили, что умеете читать? Что еще за трюк, а? Вы вернулись, мы думали, его проклятие погубило вас. Нет, а вот этот человек почти погубил. Никуда не уходи. Нашел я в этой старой шахте. Это протекло в озеро. Вас отравили. Нас предупреждали, что мы вас не слушали. Тогда послушайте, что он скажет. Что это такое, а? Да ерунда. Ерунда? Тогда ты будешь не против ее выпить, а? Не-не-не, не надо, не надо. Нет-нет-нет. Ты меня убил, я отравлен. Значит, я, да? Шахта. Ты там нашли только мышьяк и свинец. Они случайно пробили ход пещеры. Все растеклось. Я собирался увести вас всех. Вот теперь вы все слышали. Она меня поглотила. Да. Какой же ты конченый, а спорить-то не о чем, все ясно как день, это проклятие. Проклятое? О чем вы говорите, а? Этот город захватил могущественная сила. Это не духи. Слушай сюда, это горнодобывающая там компания. Да нет, это духи. Духи говорят посредством горнодобывающей компании. Братья и сестры, нам нужно пойти помолиться. Да какой же пиздец у вас творится в башке, не молитесь, сделайте что-нибудь, а? Вас ждет смерть или что похуже? Просто идите, наше проклятие, надо с ним разбираться. Нахрен оставил немного денег, забирайте их, если хотите. Какие нахрен деньги? Чё вы несете? Просто чё творите, а? Да. Давайте мы все-таки сейчас доскочим до Леопольда Штрауса. Расскажем про долги. Она во мне, да? Этот козел, получается, хотел нас взорвать в пещере, чтобы не было больше вопросов, так как он понял, что мы мешаем его планам. Но теперь-то точно не помешаем. Скоро он сам сдохнет, наверное. А может и нет. Who are you?
Че, через мой лагерь надо пробежать? Условно говоря, да? Если ты лошадь навалит, тут нам подальше, тебе не придется его убирать. Эбигейл, да я знаю. Это все время с пузырем ходит. Постоянно. Угу. Здорово, ребят. Мистер Морган, вы плохо выглядите. Да, не очень хорошо, пастор. Кажется, я сильно заболел. Мне так жаль. А вы с другой стороны выглядите здоровым, да? Да, я бросил все эти глупости. Кажется, у меня все хорошо. Ну, это чудесно, как вам это удалось. Не знаю. Я встретил монахиню, и мы молились. Оно исчезло, проклятие исчезло. Ага. Прям исчезло, да? Ну, хорошо. Не могу поверить, честно, столько лет потрачено впустую. А с этой мы что, не можем поговорить? Он книжку читает. Сьюзан, здравствуйте. Нет, Сьюзан со мной не разговаривает. Ну, давайте расскажем нашему Леопольду, что да надо, надо жить дружно. Эй! Ну что, как успехи, мистер Морган? Лучше не бывает. Просто... Вставай. Чё? Я сказал встать. В чем дело? Ни в чем. Вообще ни в чем. Что ты делаешь? Что-то должен был сделать давным-давно. Бери свою сумку. Это она, да? Я не понимаю. Я не стану тебя убивать, хотя и следовало бы. Ты мне отвратителен. А ты позоришь всех нас. Если, конечно, можем навлечь на себя еще больше позор. Думаю, достаточно. Вали отсюда. Я не понимаю. Что ты делаешь? Иди и ищи работу. Знаешь, говорят, у больных бывают эпизоды вреда. Я был твоим другом. Мы с тобой недостойные люди. А вот твои клиенты, они хорошие люди. Вот, забирай. Я сказал, вали отсюда и возьми это с собой. Вали отсюда. Нифига себе, у меня как поднялась плашка сразу доброго человека. О, Сьюзан, привет, подруга. Такая, ничего, мадама. Пышная. Ну что, ребят, отдали мы долги. Так сказать, пристали в хорошем свете. Нашли непонятного нам какого-то шамана, раскусили его и выкинули так же, как вот этого Леопольда. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся.